Оригинальным подарком ко дню рождения района является выход в свет поэтического сборника «Амурские просторы», подготовленным литературным клубом «Душа поет и просит слова». Для каждого, кто живет и трудится в Амурском районе, он стал родным домом. В особенности для писателей и поэтов, которые через самобытное творчество воспевают свою малую родину. С торжественным приветствием выступил председатель собрания депутатов Амурского муниципального района Виктор Анатольевич Соколов. Поблагодарить вас за вашу любовь к нашей родине. Потому что, знаете, это, наверное, в сердце у каждого человека. Внутри у каждого человека желание писать. Желание писать прозу, стихи и оставить о себе чуточку прекрасного, чуточку хорошего. Потому что это просто необходимо. Многие поколения, которые будут в дальнейшем читать ваши книги, ваши стихотворения, будут вам благодарны, знаете, за ваш патриотизм, за вашу действительно любовь к нашей родине. Я за это вам от души хочу сказать большое спасибо. Авторами поэтического сборника стали 40 самобытных поэтов, амурчан, жителей района, людей открытой души и доброго сердца. Их произведение – это искреннее признание в любви к дальневосточному краю. С приветственным словом выступил начальник отдела культуры и искусства Амурского муниципального района Михаил Алексеевич Иголкин. Очень важно оставлять историческое и культурное наследие для будущих наших потомков через культуру, через искусство, через творчество. Поэтому у нас сегодня такое событие знаменательное в культурной жизни нашего района. Мы делаем презентацию авторов Амурского района, сборника, посвященного юбилею Амурского района. Сегодня у нас пишут в районе 72 человека. Вошли в сборник, 40 человек. Тираж 500 экземпляров. Сборник вышел за счет средств районной программы развития культуры Амурского района на 2012-2015 годы. Поэтому я искренне вас благодарю всех авторов за участие в этом проекте. Поздравляю с приближающимся уже 1 февраля 50 лет Амурскому району. Дальнейших вам творческих успехов, вдохновения. И вот также посредством культуры, искусства создавать имидж и Амурскому району, и городу Амурск, и всему Хабаровскому краю. С праздником вас! Неоценимый вклад внесли Валерий Суслов и Сергей Абашкин в создание гимна, который называется «Наш Амурский район». И сейчас, при открытии всех торжественных районных мероприятий, звучит это прекрасное произведение. Валерий Суслов является также автором официальных символов Амурского района. Многие писатели стали известны за пределами города, печатаясь в журнале «Дальний Восток». Такие как Андрей Самченко, Валерий Суслов, Олег Жеребцов. Пожелаем литературному клубу новых творческих свершений и удачи во всех начинаниях.